Так откуда кто знает? Возили, как води, как это, как все. За ноги-то возили-то выкидывали. Ну, за ноги выкидывали. Как отец помнил, ну я малой был, подслушивал-то тогда. Говорит, они косерит-то здесь на Лазоже он добывал, да? Но. В смену вагонетку это железо вывозили. Людей? Ну да, сколько в шахту зашло, столько должно выйти. Поэтому кто не выдерживал, вагонетку вывозили, говорит, стабильно. Ну так вагонетки все и возили, Роман. Все кругом. Нет, вагонетки. Прямо вот это вот считай в смену, если вагонетку, сколько вагонетку? Человек 20, это железо можно, наверное, нагрузить. Да нет, мне вот так много не умирали, ну, не человек 10, ну, грубо, это... Раз, это каждый тысячи, понимаешь, людей. Ну, кассирит, он есть кассирит, это ж... А тут еще разговор-то был, ну, не знаю, насколько это верно. Тут еще и уран присутствует, поэтому облучение большое. Здесь, в Лазот? Да. Там речучка белая текла. Слушай, там, понимаешь, купорос синий. Буду гучка, да, там точно. Там, да, там куры высли туда, зато ну, завел. Да, но я-то белый там, я знаю. Вот. А здесь, я не знаю, тут просто как-то был разговор. На Рыбачаве вы где были? Это где захоронение, самое главное, Лазо. Значит, тупик и в сопку. Сюда, в сопку налево. Налево. А как высоко? Ну там это выгорка такая небольшая. Да, есть туда. Подальше. Да. Ну там что вы ты можешь, товарищ друг, найти кости толком. Которые те кости, поймешь, там ни крестик не ставит. Ну, дядя ведь уже и костей не найдешь, я уже зайду. Новые костей не найдешь. Ну, Ватимина Кукепа, пойдем. Это, наверное, уже вряд ли. Там под Капа. Кукя летую. На кок летую, там полазили. Ну там, богу летую, поймешь. Полайду, туда. Був, ну а то ж не знав, тікає. По всьому Лазоші не був, був у каньйоні. По каньйоні, Гірей, а кур каньйоні Капіня, з Курлайдова каньйоні? Каньйоні, поймеш, там я це скажу. Это... Гіра, що там тікає, не галю поставити. Можна, можна. Кад кітет вазьос, кад галету все сорієнтує. Кад не галю ось там тікає посакити. Потім там була речушка, сопка така. Крепкий сопка, ночью поймешь, дуло, поймешь, а постоянно. А там щепкаускас. Коку поймешь. Потом. Карповичус, что ли? Карпович, нет. Карповичус, да? Карповичус. Карпович не знаю, какой курбовый. Равазор, Карповичус. И из той сопки, как шопок барак был рядом. Как барак и было. И снегом забили. Там и копали, помешали. Становились и копали, помешали. Пищит человек снегу. Под крышей подбито было. А вот я почитаю быстро. Невиравичус, не слышали? Нет. Катина. И потом было на Нижнем, был лагерь большой. Да, вот как там. Большой, сколько? Ну, откуда ты? Кто там может знать, сколько там? Но все равно, 100 или 1000, это же, ну... Ну, 1000 тут уже, да. И это так его... Всего. Видишь, называют нам, говорите, командировки были, и были лагеря. Да, командировки это просто отправили, да, вот на 11-м выпиленный лес, вот буквально такие вот листвяночки пиленные. Это же женщины там пилили явно, это командировка, это вот отправили бригаду. Тут женщины били, ну, здесь, и мужчины, здесь, все кругом били лагеря. И тут били что еще? Вот которые сидели срок, спецподселенцы. Ну, без права. Без права, да. Въезда. Так и меня бил справа въезда. Сколько я, было у вас? Меня сразу 5 лет. А ну, потом журналист, капитан был, сменился. Да, это все. Это как, я капитан сменился, и иду, хорошо, зачем работать? Мы пойдем гуляем там, помнишь, ребята. Бронис. Да, Бронис. Но... Просиняй, что сей, да. Йонас там был. Не Бронис, сын Йонаса. Ну вот, Павлаускас, который, поймешь, этот, на машину возили, или с полком, это Дягель возил, все поймешь. Павлаускас. Вот он чокнулся, старший лейтенант. Ну вот поплавался, может, боже мой, брат. Он сказал, Шмажики. Шмажики. Перемкутя, Стася. Рокас. Рокас, да. Рокас, да. Он помер, да? Помер, сын. Здесь он? В общем, никого тут не осталось.
Сильно умерли. Так я вызвали, поймешь, это раскиски ты. Скучинска, он же Рокоса, он же Полоса. Нет, он, не ты, тот как? Уже. Чего ты говоришь? Как? Ну, Скучинска ты вызвали. Сразу. Да, старушка, вот, недолго тут был. Из Поневежеса, Шпаневежеса. Ну, не одинок, конечно, понимаешь, Поневежеса ты. Да ты, если чай, если мире, гивас, не одинок. Ну, если спаешься по боку, полметры, дядьки, я буду. Это с Пятрос. Пятрос, да. А и у нас? Да. А да. Где он? Ну, Старукас был на Грабазе, это Старукас, который, помнишь, это тогда, поймешь. Он сколько же побили, поймешь, остались, собрались, поймешь, как-нибудь. Деньги даже, вот Роберт, он где деньги вставляли. Потом и деньги есть, поймешь, они пропивали эти деньги. Сколько бывали, то ли, летовцы, поймешь. Вот вот и пропьет. Кто у нас? Кивилюс. Кивилюс. А если вы швазял и кого? Антона, да. Швазял и кого, да? Если же Кельме, Сыра. Кельме. Да ты швазял и кого? И кого, да. Кого перцу. Он в Литве, кстати, Валентина-то знает, он была у него. Он в Литве живет, да, с Тютленой.